Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Сёгунов 3 звезды. Так, я забрал. Сразу переходим к заданиям и открываем бесплатно колоду. Так, Паукус или Хан? Хан. Понятно. Так, ну что, быстренько пробежимся тогда по серии испытаний. Так, друзья мои, не забываем, еще раз говорю, в комментариях писать, кто у нас будет переходить в платиновый ранг. Пока я только увидел один комментарий, это про Тимати. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, бро, ну, мне кажется, Тимати не стоит того, чтобы его переводить в платиновый ранг. И я думаю, что многие со мной согласятся. Во-первых, таунтов у нас хватает. Есть у нас защитники. И Тимати, я бы не сказал, что он такой супер хороший страж, чтобы его прокачивать. По поводу Рафа, ну, можно Рафаэля. Они, ну, все, в принципе, хороши. Но я также могу сказать, что и Леонардо хорош. И остальные хороши, понимаешь? Как бы, если мы будем прокачивать кого-то в платиновый ранг, и я говорю, ребята, лучше всего делать акцент на массовость. То есть массовая атака, если есть, у нас же, вот, например, Рафаэль, который ролевой, да? Он же хорош, на самом-то деле. Правда, мы его пока не можем прокачать, так как мы сейчас качаем наших этих кроликов. Вот, но он хорош, на самом деле. У него, правда, одна массовая атака, но она мощная. И плюс у него очень хорошая инициатива. Так, ребят, может быть, сейчас и допройдем с вами, а? Не, давай завтра уже допройдем смятение. Тут еще два этапа нужно будет пройти. Так, и знаешь, что я хочу? Хочу сейчас пойти и получить все-таки 3 ДНК на наших кроликов. Я думаю, нам дано сейчас накопить 530 нужно жетонов. Сейчас быстренько с тобой это сделаем. И, в принципе, все. С жетонами будет покончено, и будем уже идти, наверное, на арену. Так, сколько у нас? 340. Сейчас 400 наберем. Ну, уже вот сейчас будет 400. Ага, 399. Ну, и нужно еще сколько? 130. То есть это 10 раз по 15 получается, да? Где-то 150 будет. Ну, плюс-минус десяточка. Так, уже сколько там у нас? 519, уже 530, то есть уже 3 ДНК в копилочку у нас упало. Не забывай, что мы копим напита. Все. Мы копим напита, поэтому побежали в предметы, в магазин. Приобретаем. Ну что, друзья, еще 5 ДНК. Или, грубо говоря, еще 2 попытки по 530 ДНК. И все, и он у нас будет прапанный. Так, ну что у нас? Серия испытаний. Да, нам тут пока проходить ничего не стоит. Турнирная арена. Давай-ка мы качнем наших маузеров. Именно скиллы мы им прокачиваем. Так, что тут? Мы не нашли до сих пор, да? Еще получается геймпад последний. Все, геймпад найден. Геймпад мы нашли. Теперь нужны пленки, получается, с катушкой. Так, пленки с катушкой 8 штук. Поехали искать. Одна, вторая, точнее не пленки, а катушки с пленкой. Я пленки с катушкой. Ну, какая, в принципе, разница? Так, что-то я сбился, пока тут хорохорился. Сколько мы уже нашли? Ё-парасоте. 4 есть, значит, еще 4 остаются, да? Так, получается 3. Ну, давай. 3, 2. Так, и последнюю. Все, нашли. И нам нужно еще найти 10 вот этих вот номеров автомобильных. В принципе, мы уже все сделали это задание. Давай, наверное, мы заберем сливки. И поднять уровень персонажа мы только сможем после того, как пройдем арену. Так, в данный момент у нас Лига Сёгунов 2 звездочки, 6 ранг. Ничего страшного, ребят. Ничего страшного абсолютно здесь нету. Давай-ка мы
Попробуем сейчас дать дрозда этим сосункам всем. Слушай, Донателло я одного взял, зачем? Так дело не пойдет, давай-ка... Ёк-макарёк. Давай вот так, наверное, сделаем. Раз, два, три. Если что, Донни бомбанет сюриками. И я надеюсь, что крысиный король-то не оплошает. Хотя тут майки есть. Можно было бы защиту поставить тоже, как вариант. Ну, майки, понятное дело, свой танец зажигательный делает. Ну, крысиный король. О-о-о-о-о. Тебя переплюнули, крысиный король, ты видел? Но, в принципе, это не спасет их. От стаи крыс. Меня добивает, как Пит танцует. Такой делаш, такие ногти у него, что на... Я даже не знаю, крылья, крыльями не могу назвать, наверное, лапы на лапищах. И на ножищах. Так, ну что, возьмем Зека и, наверное, возьму я Слэша. Зек и Слэш. Сладкая парочка, ё-моё. Ну что, давай прописывать звездюльки. Так, ну, бросаем в первую очередь бомбочку. Так, тут главное, чтобы Кирби у нас, ребята, не сплохнулся. Ну, как видишь, ему ничего не оставалось, как просто отдуплиться и все, ребят. Ну, а я двигаюсь дальше и перехожу на 75-ю позицию. Ну, что я тебе скажу, Лига Мастеров нас уже заждалась, это явно. Я здесь возьму, наверное, одного Армагона, мне кажется, что будет этого более чем достаточно. По крайней мере, майки мы точно должны ушатать. Связано это с тем, что у них 67-й уровень. 70-го пока нету. Донни может, конечно, выжить, но нет. Тут, как ты видишь, даже Донателло получил по полной программе. Ну и прекрасно. Переходим на 60-ю позицию. Так, давай ко мне, наверное, 16-22. Я возьму, наверное, Рафа плюс Майки и Лео. Раф, Майки и Лео. И вот этих вот двух. Это у нас Эйприл. Ну и, конечно же, ее отец Кирби. Это ее отец, да-да, это их Эйприл. Он таким вот стал от мутагена. То есть мутаген, ребята, он может в двух, да, плоскостях работать. То есть он может из обычного, я не знаю, там какого-нибудь животного или человека сделать супергероя. И также может, наоборот, сделать из него какого-то супер ничтожного мутанта. Некрасивого и безобразного. Так, 16-22. Опять ли, ребят, лезет этот Майки здесь? Ты посмотри, а. Везде свой нос мелкий засунет. Блин, без него просто ну никуда. Это как и со старых времен, ребята. Как Микеланджело лез вперед батьки в пекло, так до сих пор он и лезет. Да, Крэнк, красавчик. Просто разнес их всех в хлам. Размельчил на атомы. Ну, а я уже предвкушаю, когда мы все-таки залетим на Лигу Мастеров одна звезда. Ну, это, ребят, еще не предел. Нет, конечно. Нам нужно будет попасть в Лигу Мастеров две звезды сегодня. Постараться. Ну что, я, наверное, откину Крэнга и возьму Маузеров. Интересно, Маузеры у нас сегодня получат 90 уровень или нет? Но все зависит от того, сколько мы с тобой насобираем мутагена. Ну, погнали. Давай-ка лупанем. По полной программе. Ага. Ну, ничего страшного. Все равно, ребят, для 89 уровня я считаю, что это нормальный урон. А когда они будут уже соточкой, я думаю, что там будет еще круче урон. Так что потерпим, подождем. Ну что, 15-ю позицию дойдут нам? Даже 14-е. Даже 14-е. Ну что, 16-22. Что-то долго у нас тут зависло на 16-22. И мне не нравится, знаешь, что у нас тут Майки. Я надеюсь, он не успеет все-таки поставить уклонение. Ага, вот он как пошел. С двойной атаки еще к тому же. Ну, супостат, получай. Шикарно. И еще волна смертельная вдогоночку им. Ну, а что ты хотел? Ты думаешь, я буду на них вот так вот смотреть и любоваться? Нет, конечно. Всех.
всех, как говорится, под откос. Пух и перья полетят. Пух и перья. Так, ну что, дадите мне 16.23 или 17.23, сколько там? Чего там? Да нет, конечно, не дадут. Зажались. Так, Джеки. Давай возьмем Джеки, фиг с ним. Например, я возьму здесь Супер Шреддера. Джастин, иди ты в баню. Вот такую вот хочу команду сделать. Я не знаю, зачем мне здесь Железноголовый, на самом деле. Здесь, я думаю, и Супер Шреддер в одиночку бы справился. То есть даже Железноголового не надо было звать. Сейчас проверим. Но не справились. Ну, вспомогаловка у нас есть. Она хоть более-менее как-то... Видишь? Так, да ладно. Решил хильнуться? Серьезно, супостат ты несчастный, на тебе. Получи, распишись. Ой, не добили. Да ладно, вы что, серьезно? Да. 57 уровень, он просто не смог добить 67-го. Просто промахивался. Угу. Так, друзья, ну мы... Что ты будешь делать-то? Ну а мы уже с вами в Лиге Мастеров. Мы с вами уже в Лиге Мастеров, поэтому... Давай-ка мы попробуем, как я и говорил, дойти до двух звездочек. Если, например, здесь возьму Усаги. Ну и вот этих вот харабулик. Я думаю, что нормально будет, да? Усаги сейчас... Ну, наверняка хоть на кого-нибудь повесит по степенку. Может быть, даже кого-то сможет уложить баньки. Может быть. Нет, никого не уложил баньки. Но, по крайней мере, почти на всех ребят по степенке висит, кроме Майки. Так, эти, наверное, отдуплятся. Или мы их добьем сами, что ли? Ну, давай, сами добьем. Есть. То есть, если бы они бы ходили бы все вместе... В один ход, они бы все втроем бы и упали. Вот такой был бы расклад. Ну, а у нас 70-я позиция. Так, 16 до сих пор не дают ничего новенького, да? Не хотят нам давать 16-23. Но там, по идее, 17-23 должно быть. Но они почему-то нам этого не позволяют. Во, выудил. Так, друзья, ну что, здесь тогда пойдет Кожеголовый плюс Вано. Уже головой плюс Вано. И вместе с ним пойдет вот эта вот команда. Там все у нас отыграты. Ну кто у них, Кожеголовый или Ванька? По-моему, Кожеголовый будет первым ходить, да? У-у-у, конечно же, будет ходить первым Микеланджело. Как же про этого барыгу-то забыли. Чего? Фига себе, парень, два раза, прикинь, успел сходить. То есть это говорит о том, что какие же мы медленные. Тихо ты, парень. Да что ты будешь делать-то, эй? Еще хильни. Твою дивизию, а. Ну, давай бомбить. Да как так-то? Блин, Лапек, зря я тебя отправил на массовую атаку. Сейчас же этот спринтер тебе контратаку звезданет. А, не успеет. Фу. Найс. Так, а вот этого хламона надо как-то бомбить. Как его тут пробить-то? Эти явно не пробьют его. Понятное дело, тут нужен либо... Так, во-первых, я возьму провокацию. Ну их нафиг. Это раз. Ну-ка. Ты что за урон? Ничтожный такой. Давай его из пулемета. Есть. Да, эти были под угрозой. Под угрозой срыва. Ну что такое? Опять начинается вот это вот трихомудия. Давай прогружайся уже быстрее. Вот. Ну что, какое место мы займем? 56-й. То есть всего лишь 14 ступенек пролетели. Слабо. Ну давай 17 17 20. Вот сейчас уже не дадут, наверное. Нет, все-таки дали. Ладно, я на откат беру Армагона. И плюс, наверное, я... Да давай Зека возьмем. Армагон и Зек. Ну, 100%, там же надо Армагону чуть-чуть, да, всего лишь на добивку. И я думаю, что Зек может ему предоставить вот этот вот, как сказать, небольшое преимущество. Он же бросает эту бомбочку у нас. Смотри, оп. И как раз вот столько хп отнимает. Как раз для того, чтобы Армагону их всех ушатать. Вот как-то так. Поэтому двигаемся далее. Так, с 56-го места мы перепрыгиваем на
40-й, то есть 16 ступенек уже перепрыгнули. 17-23 на автомате нам дают. Я опять же беру Армагона, плюс возьму кожеголову на этот раз. И раз, два, три. Вот так вот. Ну, бойцов хватает, поэтому Лига Мастеров 2 звезды однозначно будет сегодня взята. Я еще специально, ребят, перед видосиком посмотрел рекламу на откаты. Ты, наверное, я думаю, заметил, да? Что откатики у меня были. Ну, давай кубарем, катись. Катись колбаской, парень. Ну, вот он колбаской прокатился и всех завалил. Я вот не могу понять, зачем Армагону вот этот вот костюм, костюм акулы, если он сам акула. Я никак не могу понять. Зашибись, мы пролетели, да? Ты видел, сколько мы ступенек сейчас проскочили? Да я офигею просто с этого. Сколько там? Две ступеньки, по-моему, или три проскочили. С какого, блин, спрашивается, перепуга-то? Вот ты мне объясни, с какого перепуга мы так мало проскочили? Мы же не проиграли, никто у нас не погиб. Тьфу. Офигеть можно. Ладно, давай бомбить. Вот зачем ему этот костюм? Вот я никак не могу врубиться. Ну даже если, предположим, он усиливает, да? Ну зачем тогда ему хотя бы просто костюм был? Зачем ему вот эта вот маска с зубами? Шлем этот? Непонятно. Так, ну что, 17-23 есть. Армагон плюс... опять же Зек. Раз, два, три. Ну, я думаю, что мы уже перейдем. А завтра, я так понимаю, у нас будет топ. Ну да. Завтра просто возьмем топчик и все. И дело с концом. Ну, покажи мне, пожалуйста, сколько у нас там чего. Ага, Лига Мастеров 2 звезды. Ребята, 99 место. Поехали дальше. Возьму здесь Макмана плюс Армагона. Макман плюс Армагон. Раз, два, три. Откатов всего лишь 10 штук осталось. Маловато. Ну конечно, конечно, этот танцор диска тут, ёк-макарёк, вылез. Вот он неугомонный, ему постоянно нужно на повышение атаки делать, да? Пит, ну куда ты лезешь, блин, ну... Куда ты лезешь, а? Супостат несчастный. Давай вырубим маг... Ага, вырубим. Сейчас только бы не массовую атаку сделал бы маг. Он, ё-моё, если он сейчас сделает торнадо, ребят, это будут кранты. Можешь рубануть его попробовать. Молодец, спринтер, красавчик. Гаси этого. Крысу эту. Все. Крыса упала. Ну а мы двигаемся дальше. И какое место? 86-е. Угу. Так, Армагон плюс Крэнк. На самом деле очень много еще неотыгранных бойцов. Мутагена, скорее всего, не хватит у нас. Ну, чтобы всех отыграть, я в этом плане. Так что теперь Карайка лезет, ё-моё. Ну, она, конечно, дура полная, полезла на Крэнга. Просто решила на Крэнга полезть, а Армагон, видишь, как отомстил за него. Армагон и Крэнг — это антигерои. То есть это злогерои. 73. Хотя бы до платежка, если доберемся, будет уже хорошо. Будет прям вообще великолепно. Давай я, наверное, возьму здесь Крэнга и Лео. Раз, два, три. Вот этот, ребята, Рафаэль, я про него говорил, что надо будет его как-то тоже потом после кроликов, ну, прокачивать. А вот кого мы будем переводить в платиновый ранг, даже пока не знаю, ребят. Однозначно большинство голосов ни за одного персонажа пока нету. Я понял, почему, ребята, у нас с голосами-то туго все. Блин. У нас же этот. Твою налево. Слушай, я, по-моему, здесь сглупил. Ё-просоте.
У нас же комментарии же под под черепашками-то не оставляются. Ёк-макарёк, YouTube же сделал этот мои черепашки детским контентом, под которым теперь нельзя ничего делать вообще. И я, наверное, знаешь, что буду делать? Ребята, я буду перед видосом ставить тогда дисклеймер. Не потому, что здесь что-то будет ругательское, а для того, чтобы этот видос проходил как обычный. Точно. Потому что, ну, по-другому здесь никак нельзя будет тогда голосовать. То есть это если только на других каких-то видосиках. Поэтому, да, нам, наверное, придется все-таки ставить дисклеймер. Вы уж не удивляйтесь, почему он здесь будет стоять. Лишь для того, чтобы этот видос не считался детским. Да, наверное, мы так и сделаем. Потому что другого варианта я просто не вижу. Они просто запарывают мне. Все. Да, так, пожалуй, мы и поступим. Так, ну что у нас-то получается? 64-е? Ну, давай 50-е место. Ну, почти 51-е. Так, нам еще хватит на 2 поединка. Еще на 2 поединка. Раз, два, три. Раз, два. Ну да, один персонаж, как всегда, у нас останется без дела. Погнали. Да что ж ты, а тех-то супостатов не надо, что ли, бомбить? Шатер Магоша расслабился. Хотя фиг ли он расслабился, если он тут 75-76 противники уровня. Ничего он не расслабился, все, как говорится, по плану идет. Так, ну что же, давай. Последний поединок, как раз у нас два последних этих отката. Я их трачу и вот так вот, наверное, сделаем. Хотя, ну ладно, пускай будет. Поехали. Вырубаем сразу же, наверное, этих мелких. Да, мелких сразу. У нас остался только один лишь Бибоп. И Леонардо его на подхвате быстренько своими этими клинками, мечами порубашил. Ну что я тебе скажу, вот практически и топчик, ребят. 26-я позиция, нам буквально 2-3 поединков не хватило. Ну ничего, мы это завтра доделаем. А теперь давай посмотрим по мутагену. Там не хватит, по-моему, друзья. А здесь пицца разыгрывается. Не хватит нам повысить, там 30-ка нужна, а у нас всего лишь 28. А, нет, хватает, друзья, чё я? Все четенько. Так, ну если у нас есть еще пицца, давай, ну, мы, наверное, ее потратим тогда на поиски вот этих автомобильных номеров. А, все, и пицца кончилась. Ну, что тогда я могу сказать? Могу сказать только одно, ребята. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.